Доброго времени суток, друзья! С вами Вектор, и это моя 54-я серия механизма в Майнкрафте. И в этой серии я хочу вам показать, как сделать вот такие вот странные блоки. Как вы видите, они меньше, чем обычный блок. И, как вы уже, наверное, догадались, это обычная голова. И как же сделать вот такие вот головы? С помощью вот такой вот простой команды. Самое главное идет после Skull Owner. Если мы там напишем ночь, то нам дастся голова, как ни странно, ночи. И мы можем, например, здесь написать ник игрока, у кого есть скин, и мы получим его голову. А чтобы получить вот такие вот головы, которые уже есть в Майнкрафте, надо просто написать три буквы: M, H, F и нижнее тире. И, например, кейк. И то мы получим вот такой вот тортик. И также можно сделать вот такие вот прикольные стрелочки. Чтобы их сделать, вот та же самая команда, только вместо кейк пишем arrow. Так, arrow. И, например, up. То мы получим стрелочку вверх. И все вот эти команды будут в описании. Но там голов побольше. Там их намного больше. Здесь я такие самые прикольные выбрал. И на этом все. Я думаю, вам понравилась эта серия. Если она вам понравилась, то ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока!